В общественный совет при управлении по информатизации Ивановской области требуются свежие силы. Прежний состав совета распущен. В связи с этим объявлен новый конкурсный отбор кандидатов во второй созыв данного органа. Свои заявки могут направлять как общественные организации и профессиональные союзы, так и специалисты, имеющие практический опыт работы в сфере информатизации и IT-технологий. Подробную информацию о сроках подачи документов и их перечне можно узнать в областном управлении по информатизации. Общественный совет уже проработал год, с момента своего создания показал себя очень хорошо, опыт такой востребованный оказался. Со стороны других экспертов и участников рынка было много обращений в том, что да, надо развивать работу экспертного совета. И по результатам года необходимо усилить экспертное мнение совета, чтобы, скажем так, взбодрить работу и совета, и управление по информатизации.